Полицейскими в первом квартале 2017 года в Ленинске-Кузнецком было осуществлено 60 проверок антитеррористической безопасности городских объектов. В том числе были проверены 3 объекта особой важности, 2 повышенной опасности и 8 объектов жизнеобеспечения, 12 объектов культуры и религии, 4 гостиницы, 5 общежитий и 17 объектов с массовым пребыванием горожан. А также в очередной раз проверены чердаки и подвалы многоэтажных домов. Проверено 612 чердаков, 878 подвальных помещений. Нами было выявлено 28 нарушений, это 17 открытых чердаков и 11 подвальных помещений. По результатам проверок направлено представление в уезд ЖКХ, по всем были получены ответы. В целях предотвращения террористической угрозы приняты дополнительные меры в корректировке выставления патрульно-постовых нарядов, маршрутов патрулирования к приближенным объектам особой важности и повышенной опасности. Ежедневно на охрану общественного порядка на улице Ленинска-Кузнецкого выходит более 40 сотрудников и 16 автомобилей. Налажена работа по охране общественного порядка сотрудниками Росгвардии, представителями частных охранных предприятий. Еженедельно проводятся день единой профилактики, запланированные проводятся широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия, такие как жилой сектор, нелегал и другие. Нами осуществляется патрулирование наиболее криминогенных районов города с привлечением всех служб подразделений отдела, в том числе и в гражданской форме. С целью выявления членов организованных преступных групп и лиц, склонных к терроризму, регулярно проводятся оперативно-розыскные и профилактические проверки всех прибывающих в Ленинск-Кузнецкий из стран ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году сотрудниками ОВМ было поставлено на учет 390 иностранных граждан. За первый квартал 2017 года проведено было 135 проверок жилого сектора, в ходе которых сотрудниками межмуниципального отдела было выявлено 28 нарушений миграционного законодательства. По результатам было проведено 2 проверки двух иностранных граждан за незаконное пребывание, выдворили из территории России. Несмотря на регулярные проверки сотрудниками полиции, осторожны и бдительны должны быть все горожане. И при обнаружении подозрительных предметов сразу же сообщать об этом по телефону 02 или 112.